в многих местах, не ожидаясь никаких решений власти, украинцы готовятся, не только там тревожные чемоданчики, а реально даже в школах собирают родителей, там деткам рассказывают, что может быть 1% что-то случится, но к этому нужно быть готовым. Потом у меня перед глазами стоят картинки, когда вот областные управления милиции, которые в 2014 году просто захватывали, потому что там оружие, они уже сейчас мешки с песком, автоматы, усиленная охрана.